Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info, это телефон Alcatel VP6, и сейчас я вам покажу, как выполнить первоначальную настройку данного устройства. Для начала выберем язык, русский, нажимаем начать. После этого, если у вас есть сим-карта, вставляете ее сейчас, если же ее нет, нажимаете пропустить, и можно сделать это в любой момент позже. Подключаемся к сети Wi-Fi и немножко подождем. Затем, если у вас есть телефон, с которого вы хотите принести приложение, данные и так далее, тогда сейчас нажимаете «Далее». Если у вас такого устройства нет, как у меня, тогда просто нажимаете «Не копировать» и переходим к следующему шагу. После этого выполняем вход в Google аккаунт, вписываем телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вписываем наш пароль. И снова нажимаем «Далее». После этого принимаем политику конфиденциальности и условия использования Google. Затем настраиваем дату и время на устройстве. Сейчас, как я вижу, установлены дата и время сети, поэтому можно ничего не менять. Просто нажимаем «Далее» и ждем, пока появятся сервисы Google. Соглашаемся с сервисами, которые вам подходят, то есть резервное копирование на Google диск, использование местоположения, отправление данных на работе устройства на сервера Google и установка обновлений и приложений на телефон. Принять. После этого вы можете настроить сканер отпечатков пальцев, но это делать не обязательно, поэтому можно пропустить. Затем можно также установить блокировку. Я этого делать не буду, нажму «Не сейчас» и выберу опцию «Все равно пропустить». После этого вы можете также настроить ассистента, но я этого на данном этапе еще делать не буду. Поэтому нажимаем «Далее», а после «Отмена». Затем вы также можете добавить еще один адрес Google, поменять обои или изменить размер шрифта, но сделать это все можно потом в меню настроек. Разрешаем лаунчеру к доступу к устройству. И, собственно, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока.